Строительство 17-этажки ведется полным ходом. Всего здесь будет 135 квартир. Каркасная система «Аркос-1» позволит проводить будущим жильцам перепланировку без каких-либо ограничений. Стены трехслойные, самонесущие, без прерывания утеплителя. Эта технология поможет сохранить комфортную температуру в каждой квартире, ведь тут не промерзнут даже стыки панелей. Источником тепла будет система лучевого отопления. В каждой из квартир установят индивидуальные терморегуляторы. Они позволят хозяину выбирать наиболее комфортную температуру, по его мнению, и даже сэкономить на этом. Сохранить шумоизоляцию каждого жилища призваны межквартирные перегородки из газобетона с дополнительной облицовкой стекломагниевыми листами. Система вентиляции дополнится установкой клапанов инфильтрации воздуха КИВ-125, которые обеспечат естественный приток воздуха в помещение. Не менее комфортной будет и прилегающая территория. Двор обещают сделать практически образцовым. Тут будут расположены детские площадки современного европейского уровня, разных возрастных групп. То есть для детей там маленьких, средних, больших. Две спортивные площадки будет, парковочные места. К тому же недалеко от дома расположены три детских сада и две школы. В шаговой доступности несколько магазинов и банков. Для будущих жильцов уникального дома инвестор строительства компания «Таджил Инвест» предусмотрел и особые условия приобретения. Мы в данном случае сделали скидку 50% на вступительный взнос по данному объекту. Мы выдаем займы на этот дом сроком до 10 лет. Под 17% годовых. Срок сдачи дома 5104А – четвертый квартал 2015 года. С проектной декларацией объекта, как и с планировкой квартир, можно ознакомиться на сайте компании. Узнать подробности и согласовать условия приобретения можно по телефону в Набережных Челнах 39-98-40 и в офисе «Таджил Инвеста» по адресу 6202, остановка электротехников.